Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, сегодня мы с вами сделаем донатик, мы с вами возьмем киви. Также со временем, ребятки, мы все растения приобретем. Я читал ваши комментарии под видео и, в общем, много чего советовали взять. Но я остановился все-таки на киви пока что. Возьмем киви, а потом продолжим. Вы также можете давать советы, что же все-таки нам еще приобрести. Ладно, ну что ж, делаем донатик, я хочу это растение очень сильно, покупаем. Платеж выполнен, мы купили киви, и сейчас мы с вами будем его тестить. Ну что ж, ребят, поздравьте меня. Кстати, я куплю обязательно вот это растение, вот этот апельсинчик. А, это томата, да, но похоже больше на апельсин какой-то. Он самый дорогой, ребят, среди прочих, я обязательно его приобрету. Так что подержи мне пальцы вверх, давайте наберем 100 пальцев вверх. Продолжим играть, мы играли здесь, сейчас поиграем вот тут. Окей, заходим. Я уже готов, я уже в предвкушении. Скоро, кстати, ребят, мы еще в этой серии возьмем вишенку. Наконец-таки мы все-таки выиграем нашу вишенку. Ну что ж, идем сюда. И сейчас, надеюсь, у нас получится потестить наши киви. Надеюсь, мы сможем выбирать растения. Окей. Ребят, пожалуйста, не останьтесь равнодушными. Поддержите мне пальцы вверх. И можете подписаться на мой канал. Мне это реально очень сильно нужно. Ну что ж, давайте выберем, где наше новое растение. Во-первых, возьмем тебя, и вот он, наша киви за 175. Кстати, давайте его улучшим. Давайте сразу прокачаем. Защита больше и дамаг больше, он еще дерется. Отлично. Возьмем давайте крабика. Тебя возьмем, всех самых топовых вверх. Так, тебя надо по-любому взять. Кого бы взять еще? Думай, 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 думай. Окей, давайте, давайте, давайте. Я не знаю, ребят. Давайте призрака возьмем, призрака. Ну что-нибудь давайте подешевле. Что у нас? Давайте орех возьмем, орех пригодится. Окей, let's go. Не знаю, ребятки, еще не использовал киви ни разу. Сейчас мы его как раз и затестим. Давайте внизу будем с вами делать базу. Так, ладно. Уже есть чем обороняться. Главное, чтобы они не дошли до сюда. Будем сюда вот этих ставить. Знаете, что нам надо вот этого в первую очередь поставить? И вот так давайте сделаем. Пускай сбрасывает их. Отлично. Так, 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 так. Давайте сюда плетку поставим. Он бьет на 3, по-моему, да? А ты чё не дерешься? Вот так сделал. Ух ты ж, елки-палки, смотрите, кто летит. Это не очень хорошо. Это не есть гуд. Он пролетел. А чё киви делает? Это я не знаю, что делает киви. Киви вырастает? Киви это типа орешка, что ли? Смотрите, нифига себе, какой стал киви. Большой, большой. Отлично. Сначала он был маленький, а потом становится все больше и больше. Прикольно. Слушайте, мне понравился, в принципе, он. Так, солнца уже много, достаточно. Нифига себе. Он по массе бьет. Отлично. Так, да, сюда поставим. Хочу целый ряд тогда поставить его. Так, сюда тебя поставим. Так, давайте крабиков. Крабики тоже нужны. Он вообще может умереть? Наш киви. Так, тебя вот сюда ставим. Ну, в принципе, все хорошо, я бы сказал. Все просто отлично. Нельзя было, чтобы он их убил. Печально. Ой, я сюда киви поставил. Посмотри, как он будет вообще защищаться. Вообще, киви реально съесть? Ну, он все больше... О, он отталкивает его. Прикольно. Ребят, пишите самую лучшую тактику с киви. Мне просто интересно.
Мне надо его... О, смотрите, он бьет на две клетки. Просто потрясающе. Я просто пока не умею играть киви. Вот здесь прошел, прошел, прошел. И что я теперь сделаю? Так, ладно. Ничего страшного. В принципе, мы ничего не проиграли. Давайте сюда крабиков уже устанавливать. Я думаю, это будет правильно. Отлично. Нужно много солнца. Крабик идет. Крабики топовые. Я думаю, ничего они нам не сделают. Я не понял, чем больше они нас съели, тем мы сильнее становимся. В принципе, киви пока не очень понятен. Так, сюда крабиков. Так, вроде неплохо. А если в два ряда? Давайте пробуем в два ряда поставить. И сюда обязательно давайте. Тише, 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 тише. Так, нам надо быстренько развить. Киви довольно-таки мощные. Так, все тут просто блистательно у нас. Так, я пока киви просто изучаю. Чем больше, тем они сильнее, но они умрут рано или поздно, когда они сильно большие. Подожди, а если мы на киви сделаем, знаете что? Сейчас волна пойдет, я хочу усиление на него попробовать сделать. Так, никто не должен его съесть. Подождите, а что мне делать? Придется усиление на краба делать. Они все погибли, блин. А как? Ну-ка, хорошо, сюда поставим киви. Если вот так. А, все, он все пушки уничтожил. И он сразу большой стал. Так, мне нужно еще киви. Зачем я не выиграю? Сюда ставим киви и давайте усиление. Еще раз усиление. Молодец. Блин, сколько солнца вообще? Просто дофига. 3000. И плюс мне дали вишенку. Сейчас вишенку с вами и потестим. Ну, в принципе, киви неплохая, ребят. Киви мне понравилась. Просто мне очень важно ваше мнение. Вот какую тактику можно с киви сделать? Так. А, мы можем открыть один раз, ну-ка. Что там выпадет? Золото, 500. Ну, нормально, пригодится. Так, складываем. О, вишенка прям кстати. Так. Одно здание сделали, давайте здесь посмотрим, что у нас тут. Босс, я не знаю, босс может быть в следующей серии будет. А что ты нам даешь? Ты, по-моему, нам даешь усиление, да? Так, давайте сделаем так, так, так. Листик дал. Зачем мне листик просто? А, вон оно как. Ну ладно. Ну кто-нибудь еще пойдет, нет? Очень много тут усилений, прикольно. Тут реально дофига усилений.
Будем, я так понимаю, одним усилением и руководствоваться. Вот, отлично. По какой стороне идем? Ух ты ж, елки-палки. Надо по-любому убить эту сторону. Вот так лучше. Так, теперь по этой стороне. Блин, это сложно, это нелегко. Да добейте вы уже его. Ладно, держи. Отлично. Эй, харе, харе, дружище. Он же съест меня. Ладно. Один раз дадим фору. Хорош, не дождешься. Лови. Надо укрепить. Да елки-моталки. Все, они уже проходят. Так, держи. Это нелегко, ребят, это нелегко, я вам скажу. Че, он двоих-то убьет? Реально, что-то тьма тьмущая. Ну-ка. Идем по этой стороне. У меня нет усиления, елки-палки. Вот тут плохо, тут плохо, тут надо... Тут надо срочно помогать. Че, я отбился, что ли? Боже мой, это было реально нелегко. Так, пената. 1000 золота опять. А, много не выиграл. Ну ладно, так нормально. Интересно, сколько там золота? Отлично. Так, окей, продолжаю. Нет, я не хочу продолжать. Мы же тут уже принимали участие. Ладно, я это вне серии пройду. Потом еще раз откроем. Так, Ред, ладно, давайте покажу вам этот эпический момент. Так, довольно-таки неплохо. Так, у меня сейчас надо усиление срочно в порядке. Ты нифига себе, он просто разбил. Усиление, отлично. Хаваем. Подождите, в смысле? Не получилось, что ли? Так, ну-ка тут. Я уже устал. Это последняя волна? Ребят, последняя волна. Как же это сложно. Ладно. Какую сторону? Давайте вот эту попробуем. Отбить. Так, всем подряд. Всем подряд защищаемся. Блин, они походу прошли. Ну-ка. Отлично, от одного избавились. Фух. 1000 золота опять. Опять не выиграли, опять не получилось. Ну где она была в этот раз? А что не показали? Так, ладно, окей. О, смотрите, 50 зомби выиграли. В смысле, сделали. Нам дали сколько? Плюс десяточку дали. Задание нужно выполнять, ребят. Скоро мы с вами приобретем за рубины какое-нибудь растение. Так, возвращаемся назад. Нам надо... А где мы... Где мы вообще... остановились, я уже забыл.
Тут босс. Босс будет в следующей серии, как мы договаривались. Нам надо испытать... О, смотрите, это сложность 2 перчика. А это уже сложность 3 перчика. Давайте тут и продолжим. Может, кого-нибудь выиграем? Смотрите, вот Боб. Боба скоро выиграем. Почему бы нет? Давайте. Тут рельсы, ребят. Тут нам будет мешать рельсы. Но я все же возьму, наверное, вот это растение. Так, давайте крабика возьмем. Что тут самое мощное у нас? Киви. У нас сегодня день киви. Посвящено все киви. Где ж ты? Так, вот отлично. Так, кто у нас крутой? Возьмем тебя. Давайте, в принципе, возьмем тебя. И еще два растения. Вот на всякий случай возьмем тебя. И самое лучшее. Я не знаю, что. Давайте кукурузу, пофиг, вот так. Let's go. Тут сложно их сажать, я не знаю, придется вот тут сажать. Сейчас разберемся. В этом ряду будут расти у меня растения. Будет ближний такой бой, я бы сказал. Так, на третью клетку отсюда уже сажаем растения. Начнем с тебя, допустим. Отлично. Я думаю, мы должны отбиться. Он вокруг себя бьет, да, всех, я так понимаю. Неплох, неплох, киви. Киви, молодец. Отлично, изи. Те же солнце у нас будет предостаточно. А, так, я даже не знаю, что тут сделать. Так, продолжим выращивать. По сути, это легкие уровни. Отлично. Он всех бьет. Нравится, как они клешнями щелкают. Так, третий куст серьезно киви стал. Нифига себе, на две клетки аж он атакует. Он мощный. Хорошо, давайте попробуем, если я его так сделаю. Он не достал, правда, ни до кого. Он постарался. Так, вот, давай. Он сразу вырос. Ты сильный стал. Да хрен кто пройдет через такую-то оборону. Ух ты, это топово. Все с ума сходят, все в шоке. Безумный киви. Так, что нам дали? Интересно. Давайте попробуем открыть. Ну-ка. Я даже не знаю, что это такое. Какая же штуковина, которая нам, видимо, пригодится в дальнейшем. А, Big Battle. Давайте попробуем Big Battle. Что же Big Battle? Самое интересное. Окей, принимаем участие.
А, я выбираю, кем я буду играть. Хорошо, тебя возьму. А, или подождите, это от какой карты надо было... А, нет, такую карту взять. Дополнительно. Окей, окей. Так, ну, конечно, я все возьму. Что за вопрос? Окей, в принципе, я готов. Сажаем солнце. Ты нифига себе. У меня ж премиум был. Я не знаю, сколько, давайте в ряд хватит, нет? Один ряд сделаем. Да это было легко. Держи, приятель. Нам 250 накопить уже. Эй, что у тебя за пазухой? Стоп, 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 стоп. Подожди, так нечестно, так нечестно. Че ты стоишь-то? Во, я лох, вот я лоханулся. Пришлось сделать так. Ладно, теперь у нас будет 4 солнца. Я вообще такого не ожидал. Сразу его убиваем. Так, вроде убили. Сажаем. Они еще и останавливаются на какое-то время. Да, ребята, они не на большое время останавливаются, замирают. Это круто. То есть это дополнительная такая плюшка. И все, что ли? Это так легко было. Но потом, видимо, все сложнее и сложнее. Ладно, окей. Нормально. Что такое? Новый левел? Ладно, сохраним и выйдем. А, в другой серии доиграем, сколько уже, 20 минут играем, поэтому давайте оставим на завтра уже серию. Ну, я напоминаю, ребятки, что мы всю игрушку пройдем, так что подписывайся, рассказывай друзьям, что мы реально настроились и собираемся пройти всю игру полностью. Прям досконально, просто вообще прям, у нас будут все растения и будет все супер. Но мне нужна от вас только поддержка, пальцы вверх и будет круто все. Так, новый какой-то... Горячая акция. Ну тоже потом, ребят, пока что донатики сложновато делать, это упирается в финансы. Но со временем мы с вами все купим. С вами был Даридий, всем до скорого, пока-пока.